Борьба с игорным бизнесом в городе и регионе продолжается. Буквально на днях еще один клуб был закрыт в Вичуге. Сотрудники ФСБ совместно с прокуратурой и полицией изъяли 10 компьютеров, на которых велась игра, сервер и более 30 тысяч рублей выручки. На момент проверки в заведении находились 8 игроков и администратор. Другой игровой клуб был закрыт в Иванове в конце прошлого месяца. Туда наведались сотрудники Октябрьской прокуратуры. Из заведения изъяли 23 игровых автомата. Допросили посетителей. В обоих случаях устанавливаются организаторы незаконного бизнеса.